Ну чё, все живы? Как Новый год провели? Никто не пострадал? Надеюсь, нет, потому что после установки сегодняшних модов вы будете молить о пощаде. Играть на выживание легко, хочу нового геймплея. Пожалуйста, возобновляем плейлист сборки модов для Fallout роликом про кардинальное изменение геймплея. Открывает наш список сегодня мод, который я считаю вообще must-have повседневно, ибо стрелять в ваниль в ботов over 9 к 5000 патронов не вызывает у меня никакого интереса. Поэтому Create Your Own Difficulty Rebalance, позволяющий изменить входящий или исходящий модификатор урона, первый в сегодняшнем списке, и я его крайне рекомендую. А вкупе с модом Arbitration враги еще смогут применять все различные тактические маневры, обнаруживая вас раньше или закидывая гранатами. Но если вам кажется, что и этих модов мало для усложнения или изменения игрового процесса, то следующий мод идеально подходит к предыдущим двум. И если по какой-то чудной причине в Новый год вы остались живы, то сейчас фаза эмбриона найдет вас сама, ибо The Deadly Commonwealth Expansion заставит вас страдать по-настоящему. Мод добавит на бостонскую пустошь рандомные встречи со всевозможными отрядами NPC, начиная от стрелков, заканчивая гулями. А вместе с модами выше, ваш игровой экспириенс изменится настолько, насколько это вообще возможно. Вы научитесь мыслить тактически, если вы на это вообще после НЕГО способны, обходить, слушать шаги или голоса, прятаться, укрываться и, конечно же, бежать. Если раньше вы рашили и влетали в хату хип-хопа, разнося крышу всем, кого видели на своем пути, параллельно жалуясь на легкий игровой процесс, то сейчас вы будете вынуждены убегать. Убегать от всего и постоянно. Вам придется это делать. И стоит только вам на миг выгадать момент для контратаки, забафаться психовинтами, медиксами и прочими новогодними десертами и почувствовать себя героем, так тут же вас сразу же поставят на место и как минимум отправят в стометровку до соседнего укрытия, либо просто ваншотнут и выведут в офлайн. Это не выживание, салага, это, мать его, геноцид. Покушение на твое личное здоровье и состояние психики, ибо вы будете умирать, постоянно, умирать, пытаясь что-то там противопоставить пустоши и опять умирать. Эти три мода покажут вам, что вы ни хрена не умеете применять тактические маневры, солдат. Все, что вам остается, это бежать. И если вам повезет, и через час унижений вы наконец смогли отбиться от преследующего вас с конца карты отряда стрелков, не стоит расслабляться особо, ибо почти сразу вы сможете наткнуться на отряд супермутантов с миниганами, рейдерами, уничтожающими Братство Стали, или гулями. Короче, Deadly Commonwealth Expansion, Create Your Own Difficulty Rebalance и Arbitration — это настоящее посленовогоднее настроение. Но так как тема ролика сегодня — это кардинальное изменение геймплея, то не будем прям сильно зацикливаться на ваших унижениях и страданиях и перейдем к щадящим новым геймплейным механикам. Лично мне ни разу не доставляло ковыряться во всяких замках, выслушивая всевозможные хрусты, поэтому я решил себя от этого избавить, установив, естественно, модификацию Easy Hacking with Options. А также, поверх всего этого, я установил Lucky Bastard по инициативе и предложениям моих подписчиков. Первый мод позволяет вам взламывать замки, не выискивая нужное положение для взлома, если у вас хватает навыка на вскрытие. К 2018 году не отупеть от мемов и уметь мыслить рационально, чтобы наконец хакнуть заветный терминал, это, конечно, зашквар полный. Но теперь в терминале есть только три слова. Ну, или одно, как вы решите. Три слова и три попытки на попадание. Сложно будет промахнуться. Теперь вам не придется долбиться с этими взломами, а Lucky Bastard прибавит к этим всем фишечкам еще больше интересных механик. Например, выбивать дверь ногой или взламывать замки на дверях выстрелами. Просто, как серьезные ребята из SWAT, ломаете эти замки выстрелами, залетаете в комнату и встречаетесь с настоящими неприятностями в виде... Что тебе надо, Марк? Фух... Эти моды реально потные. Я так давно не напрягался. Поэтому давайте перед тем, как перейти к категории звуки, немного отдохнем и сделаем рекламную паузу.
Новый год — это время, когда улицы твоего города превращаются в Silent Hill. Потому что в этот период все лежат на полу с минералкой во рту, дабы отойти от незабываемой ночи. Но если ты особенный или вообще зазож, провел Новый год перед компьютером, завидуя своим пьянствующим друзьям, и до сих пор продолжаешь активно патрулировать интернеты в поисках нового экспириенса, то браузерная игра Dragon Knight 2 скрасит твой Новый год. Нет новогоднего настроения? Яркая, насыщенная графика решит эту проблему. Не видишь смысла в существовании? Спирит и фамильяры кардинально изменят твое мышление новым подходом к ежедневным заданиям. Нет барышни, с которой твой Новый год был бы еще горячее? Вообще не беда, ибо богини — это местные могущественные 2D-тян, которые дадут тебе существенное преимущество, если раскрыть их потенциал. PvP-шьтесь на арене против сильнейших, найдите вайфу в лице реальной геймерши и женитесь на ней. Это тебе не секс, Fallout. Ой, простите. Не та картинка. Широкий спектр возможностей и социальных взаимодействий ждут тебя в Dragon Knight 2. Ссылка в описании под видео. Звук. Звук очень важен в рамках нашего ролика, ибо прячась по кустам по причине натиска первых трех модов из этого видео, вы должны слушать все и вся куда отчетливее прежнего. True 3D Sounds for Headphones. Позволит слушать звуки так, как они звучат на самом деле. Если шум слева, слышите отчетливее левым ухом. Вспышка справа, минус только правое ухо. Настоящее выживание, я считаю. Название громкоговорящее, поэтому для полноценного использования данной модификации необходимо играть в наушниках. А чтобы, отсиживаясь в кустах, вам было не так легко слушать, откуда вам прилетит по голове, я рекомендую установить мод Radiant Birds, который позволит птичкам Содружества запеть по-особенному. Теперь синты-вороны будут общаться со своими товарищами еще отчетливее, а вам будет куда проще понять, в какой момент игрового процесса за вами следят. Визуал. Тут, пожалуй, и отметить особо нечего, если мы говорим прямо о новом экспириенсе от игрового процесса. Но от себя я готов отметить, что Extreme Particles Overhaul в момент первого знакомства с ним создает очень положительные впечатления. Взрывы, огонь и выстрелы, именно эти эффекты становятся куда четче после установки этого мода. Видите эти вспышки около дула? Это результат работы этого самого мода. Мелочь, но очень приятная, учитывая то, что ее можно подкрутить по вашим предпочтениям, установив силу этих самых эффектов. Только смотрите, чтобы видеокарта не сгорела, а то потом задняя точка будет полыхать так же ярко, как и огоньки из этой модификации. У нас тут зима, между прочим, хочу заметить, да. И не важно, что вокруг одни сопли и снега нет. Зима есть зима, ты все сам прекрасно знаешь. Для этого я предлагаю изменить свой Fallout под зимнюю атмосферу. И ты знаешь, что модов на эту тему очень много, но большинство из них, будем честны, не очень. Однако есть Winter Overhaul. Именно с ним я пробегал весь сегодняшний ролик. Автор действительно постарался и заморочился даже над текстурами элементов крафта и новыми погодными условиями. Объявляю полную игровую заморозку и прощаюсь с вами. Если вам понравился подобный формат, поставьте палец вверх и напишите, какую сборку вы хотите увидеть в дальнейшем. Подписывайтесь на канал и паблик ВКонтакте. Запрыгивайте в наш Discord-сервер и делитесь роликом с друзьями, бабушками, дедушками, мамами, папами, батянями. Ведь это лучшее поощрение за мои труды. Помимо материальной поддержки, конечно. Все полезные ссылки я оставил в описании к этому ролику. Вы смотрели Over 9K5000. Спасибо за просмотр. Пока-пока.